Бойцы, вы должны будете десантироваться туда. Я понимаю, не у каждого есть опыт в подобных операциях. И, честно говоря, никто никогда с таким не сталкивался. Но я бы не заставлял вас прыгать, если бы не был уверен в том, что у вас все получится. Сейчас мы как никогда нуждаемся в вашем мужестве.